Когда экспертиза бессильна. В деле об убийстве Ивана Кузнецова, в котором подозреваемый правый активист Сергей Стерненко, стороны так и не смогли разобраться, тот ли это нож, который фигурирует в данном производстве. Прокурор огласил вердикт эксперта в ответ на запрос о покупке холодного оружия за определенный период в двух крупнейших оружейных точках города. Несмотря на заключение, изучение экспертизы потребует еще дополнительного времени. Этот вопрос важен, так как обвинение настаивает, помимо прочего, что Стерненко незаконно владел холодным оружием. А его адвокаты говорят, что у активиста был кухонный нож. Серед відповідей долучив також технічний звіт по ножу Zero Tolerance 0620. І забувся її озвучити в суді, точніше не захотів її озвучити, бо чітко в цьому висновку написано, що цей ніж, який продається в будь-якому магазині без будь-якого дозволу, не є холодною зброєю, а відноситься до предметів господарсько-побутового призначення. Также защита Стерненко подала ходатайство об освобождении экс-главы Одесского правосектора из СИЗО. Они считают, что приговор в деле о похищении депутата Коминтерновского райсовета Щербича еще не вступил в силу. Однако следственный судья им в этом отказал. Служитель Фемиды сослался на то, что изолятор находится в Малиновском районе, не в Приморском, как суд. Напомню, активист является фигурантом сразу в нескольких делах. Об умышленном убийстве, крышевании наркоточек, похищении и пытках человека. В последнем деле Приморский суд признал Стерненко виновным и приговорил к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества.